Я занимаюсь больше, чем 16 лет в сфере красоты. И каждый клиент, который приходит к нам, мы обязательно будем обсуждать то, что будет подходить каждому клиенту. Или это будет брови, или это будут губы, это будет цвет, это будет форма, это будет ресницы. Мы будем подбирать моделирование каждому клиенту, который придет. И вы, если вы не уверены в том, что вы хотите или не хотите, вы можете прийти к нам на бесплатную консультацию и убедиться в этом сами. Нас часто спрашивают, какие сервисы мы предоставляем в нашем салоне. Итак, мы делаем нано-напыление бровей. Нано-напыление бровей – это техника, которая существует на рынке немножко больше, чем 5 лет. Она новая техника и намного безопаснее, чем все остальные. Немножко сейчас вам про это расскажу. Первая техника существует на рынке уже очень давно, которая называется глубоким татуажем, но там очень глубоко заходит цвет в кожу, и оно потом со временем меняет цвет, это глубоко. И это уже не естественно, это уже не в моде, никто не хочет уже нарисованных бровей таких. Второй вид техники – это микроблейдинг, который прорисовывается в виде волоска, но так как мы знаем, что у нас тело состоит из 90% воды, волосок потом расползается. Здесь добавляются еще шрамы. Шрамы, которые потом они никуда не убираются, они становятся красного цвета. И также у нас дополнительно, что мы можем ввести глубоко пигмент в кожу. Третий вид техники – это нано-напыление, это то, что мы делаем. Нано-напыление – это самая безопасная техника на сегодняшний момент. Она наносится на первый слой кожи, процарапывается и наносится послойно, насколько мы хотим насыщенный цвет. Это бескровная процедура, безболезненная процедура и очень естественно и натурально смотрится. Это то, что касается бровей. Также все техники, которые мы делаем, это тоже напыление и на глазки. Мы делаем межресничное пространство, заполняем там, где растут реснички. Это выглядит очень естественно и натурально. Также это безболезненная процедура, без крови и без боли. И губы. Губы мы возвращаем натуральный цвет губ. Если вы сделаете такой цвет, вы станете сразу моложе на 5-6 лет. Это я вам точно гарантирую. Непомадный эффект. Сегодня помадный эффект не в моде. Но натуральный цвет губ подбираем каждому клиенту индивидуальный подход. У кого-то синие губы, у кого-то нету контура. Мы возвращаем насыщенный цвет губ. Очень красиво и натурально. И также наша студия занимается наращиванием ресниц. Наращивание ресниц – это отдельная тема, потому что на самом деле ресничками можно сделать все. От классики до объема. И также мы можем смоделировать ваши глаза, чтобы они были намного красивее, чем они есть. Или что-то где-то убрать, там века навешать, или где-то лисий эффект. Кому какой подходит, какие у кого глаза, чтобы сделать их намного красивее. Наши мастера позаботятся о том, чтобы вас сделать еще красивее, чем вы есть.